Вторая миссия, день Д. Мервильская батарея. Захватите или уничтожьте бункер. Главный бункер. Уничтожить 4 обычных бункера. Попробовать наладить связь с сопротивлением. Брифинг, кому интересно. Брифинг будет под описанием к видео. А вот история операции, история миссии не будет. Но это, кстати, уже было, по-моему, в предыдущей серии. Все описание. А, нет, этого не было, это новое. Значит, и инструктаж. Атлантический вал. Немецкие оборонительные силы. Операция «Сила духа». Мервильская батарея. Погнали. Наша рота разбросана по всему сектору, сэр. Что будем делать? Выступаем? Дьявол! Без саперов у нас ни одного шанса. Надо их разыскать. Боюсь, это будет непросто, сэр. Может и так, но другого выхода у нас нет. Вперед, парни, не спать! Прочесать район к югу от дороги и молитесь, чтобы мы поскорее нашли наш взвод. Так точно, сэр. И еще одно, капрал. Помните, на счету каждая секунда. Нас раскидало, действительно. Наших солдат раскидало по территории. Мы десантировались. Поэтому всех пока что отводим в сторону и начинаем разведчик с помощью Слава Богу! Собирать всех бойцов в одну кучу. Ну, парни, готовьтесь. Пришла пора послужить королю и отечеству. Какого черта ты здесь делаешь, солдат? Ну-ка, вставай и вперед! Живо! On my way. Собираем всех бойцов. On my way. On my way. On my way. Так, вот еще один. On my way. Right, sir. Еще один разведчик. Причем, смотрите, когда мы шли первый раз, здесь вот этих не было. Сейчас они здесь появились. Тоже их всех. Yes, commander. Туда же. Туда же. Что стоят-то, я не пойму. Так, вот, кстати, пулеметчик с мотоциклистом. On my way. Последние. On my way. Минуты доживает он. On my way. Так, вот еще группа солдат. On my way. Алло, алло. Наконец-то вы здесь. Добрый вечер, сэр. Наконец-то мы и возьмемся за дело. Немцы на базе ничего не подозревают, но они всю ночь к чему-то готовились, так что будьте осторожны. Понятно. Послушайте, не могли бы вы оказать нам еще одну услугу? Нам нужно связаться с Маки в Сент-Мэри-Глис. Сейчас вызову их по радио. Алло, алло. Факон вызывает Айгельбло. Айгельбло, вы меня слышите? Мерда, лор. Радио не работает. Ближайший запасной передатчик находится в коттедже Обри, примерно в 10 километрах отсюда. В лучшем случае, я буду там через 2 часа. Это слишком долго. 82-я американская дивизия начнет высадку через полчаса. Если бы был транспорт, я добрался бы до Обри минут за 20. Ну что ж, попробуем что-нибудь придумать. Ему нужно пригнать легковой автомобиль. И это будет считаться за выполнение секретной задачи. Вообще, дополнительные задачи в этой игре все нужно делать, потому что они могут оказать влияние на последующие миссии. Допустим, если мы в этой миссии, уничтожили какую-то там батарею, да? Значит, следующая миссия будет легче, то есть она не будет уже как бы нам докучать следующей миссии и так далее. То есть неизвестно, когда это аукнется, но оно может аукнуться. Так, вот у нас уже довольно прилично народу скопилось. Сейчас мы всех сгруппируем. Значит, стрелков. Вот туда наверх пока лезть не надо. Там дорога проходит, там постоянно ездят вражеские автомобили. Так, пулеметчик. Пулеметчик стрелков тоже сюда. It's my duty, sir. Все стрелковые юниты. В одну кучу. Так, саперы, пускай будет Ctrl-2.
стрелки из ПТ. Ну, тоже их в одну кучу. В принципе, здесь особо техники-то не будет. Так, медику свободное передвижение, не стрелять. What's next, sir? Ну, разведчика. Разведчика в Control 5. Офицер, кстати, у нас должен быть. Let's find those Jerrys! Так, офицера тоже в общую кучу. Так, вот, создали Ctrl-1. Боевые юниты. Значит, Ctrl-2 саперы. Так, единственный медик у нас есть. Ему Ctrl-6 пускай будет. Будет лечить. Все. Сейчас боевых юнитов выделяем. Первым делом давайте убьем вот этого пулеметчика, который возле мотоцикла стоит. Действовать надо быстро, иначе он сядет на мотоцикл и уедет. Но, естественно, он не успеет уже уехать. Вот такая рава на него бежит. Все, готов. Сейчас может прийти подкрепление, поэтому нужно готовиться к худшему. Может сейчас подъехать джип. Джип с пулеметом. What's next, sir? Поэтому не расслабляемся. В принципе, разведчика можно уже. Разведчика можно. Right, sir. Переместить на разведочку. On my way. Вчера у меня на стриме них. On my way. Так. Атакуем этот джип. У меня есть там пара базучиков. Должно получиться, по идее. Ваши войска атакованы. Все, сразу же уничтожили. Отлично. Ready, sir. Consider it done, sir. Встретили, как полагается. Right, sir. On my way. Смысла угонять технику нет. Здесь нет, как в пустынных крысах, что если ты, типа, захватил технику, то она появляется для покупки в следующей миссии. Здесь вообще покупать нельзя. Вот видите, сколько здесь пулеметных гнезд и траншей. При обнаружении, если враг нас обнаружит, он сразу залезет в эти, за эти пулеметные доты, и нам крышка. Поэтому нам главное сейчас... Ready, sir. Успеть добежать до этих траншей и в них окопаться. Всю вот эту кучу народу мы сейчас выделим и все вместе кинем на эту траншею. В траншею только 5 человек поместится, остальные не поместятся. Поэтому те, кто не поместится, мы их отведем в сторону сразу. Кстати, у нас, я вижу, там не до конца... Ready, sir. On my way. Не до конца здоровые бойцы есть, пускай лечатся. Ага. Вот, сейчас быстро все кидаемся к этой траншее. Кто успеет добежать, то тому и то и хорошо. Так, вот. Эти заняли позицию в траншее, остальных отводим в сторону. Все, у нас, то есть, тут есть, так сказать, есть точка, где фактически неприступная вот эта вот. Если противник будет атаковать, он не сможет ничего. Так, теперь оставшимися силами, вот этими бойцами. Ну, давайте дождемся, пока медик их вылечит. Вот, оставшимися силами. Ready, sir. Зайдем во фланг вот этому пулеметному гнезду и вообще вот этим врагам, потому что пулемет, он, естественно, может стрелять только вперед перед собой. Если мы зайдем ему сбоку, или сбоку, с фланга, то... Пулеметчику придется оставить пулемет и драться с нами, как обычный пехотинец. Right, sir. Так, нас уже, кстати, обнаружили, я гляжу. Ваши войска атакованы. No! Fire! Охренеть. Смотри-ка, я всех почти потерял. И как я должен играть дальше? У меня ни хрена нет бойцов. Есть саперы. Кстати, вот есть еще пару это наши старые бойцы. Ребят, народу нету. Нас всех положили. Огнеметчик остался один. Да. Ужасное начало. Ready, sir. On my way. Слушайте, нам будет трудно. Нам точно будет трудно. Ваши войска атакованы. Черт, огнеметчика уничтожили.
Пипец. Сейчас надо вот эту траншею занять. Амулия, сэр. Your orders, commander. Understood, sir. Так, заняли эту траншею. Gunner running. Сейчас подводим наших саперов. Нужно захватить вот этот флаг 88. On my way. Scout at your disposal, sir. Scout at your disposal, sir. Но он, скорее всего, охраняется. Так, давайте сейчас возьмем сапера и заминируем вот этот дот. Сапер умеет взрывать здание. Одной из целей миссии является уничтожение всех четырех вот этих бункеров. Так вот, он закладывает взрывчатку. Так, заложили. Отходим. Let's go. Один бункер взорван. Кто так еще? Scout at your disposal, sir. Разведчик. Ваши войска атакованы. Так, где атакованы войска? Разведчика отводим. What's next, sir? Черт подери. Разведчик при смерти. Но тут, в принципе, где-то медик есть. Сейчас вылечим. On my way. On my way. Ready, sir. Так, сейчас их встретят наши ребята. В траншее. Встретили. Медик тем временем уже вылечил разведчика раненого. On the double. Продолжаем разведку. Сейчас будем минировать второй дот. Sneak into position. Вон враг ходит. On the double. Я не знаю, вот как его уничтожить. У нас, в принципе, пулеметчик есть один. И все. И куча разведчиков. Есть, кстати... А, это медик. Ну... А, вон человечек ходит. Это типа патруля. Так, ну, нужно... Так, давайте вот здесь вот разведчика поставим. Я возьму сейчас сапёра и попробуем под шумок аккуратненько заминировать и вот этот дот. Оп, стоп, 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 стоп. Let's go. Ваши войска атакованы. Ready for recon, sir. On my way. Так, будет хорошо. Сейчас этот вот этот товарищ налетит. Налетит на дот, на траншею и будет уничтожен. Так, ребята... Стреляют по нему? Стреляют. Все, готов. То есть, в принципе, теперь можно спокойно минировать этот бункер. Sure thing, sir. Больше врагов там не предвидится. Выманили, так сказать, часового. Так, заминировали. Closing in on target, sir. Второй бункер уничтожен. Теперь точно так же нужно заминировать третий. Там тоже, скорее всего, есть охрана. On my way. А может и нету. Если нет, то давайте. Давайте. Sure thing, sir. Пока ее нету, заминируем третий бункер. On the move, sir. Отходим. Ready for recon, sir. Doch nicht. Третий бункер взорван у нас. Вот дальше будет посложнее. Здесь вот укрепленная база. А сейчас нам нужно захватить... Reporting, sir. Нужно захватить вот этот вот флаг 88. Вот что нам нужно сделать. И для этой цели мы будем использовать... Sure thing, sir. Саперов как раз таки, саперов. Потому что в качестве пехотинцев, бойцов от них толку мало. А вот в качестве экипажа нормально. Так, полностью укомплектовали экипаж. Значит, переводим в наземный режим. В режим стрельбы по наземным целям. Откапываем ее.
Откапываем и даем команду атаковать вот этот дот. Больше минировать ничего не будем, будем действовать. Хотя подождите-ка. Опасно, сейчас мы откроем пальбу. И могут кинуться. Давайте вот этих парней переведем вот в эту траншею. А то даже и вот в ту, может быть. Пока даем команду нашей пушке не стрелять. Так, стоп. Вот этих парней. Ready, sir. Вот этих парней переводим вот в эту траншею. Так, там этот медик подлечил чуток, хорошо. Let me handle it. Так, заняли траншею, отлично. И в принципе все, они, кстати, нас спалили. Этим даем команду открыть беглый огонь. Сейчас пушка начнет долбить. Стреляем. Отлично. Отлично. Так, медика. Вот в эту сторону, там вот здесь вот наблюдательный пост, там есть офицер, несколько человек народу, вот они бегут. Ваши войска атакованы. Отлично, просто отлично. И офицеры, кстати, вот еще один бегает, это офицер, кстати, остался живой. Ну, можно пушку подтянуть поближе, она его достанет. Так вот, сейчас она его обработает. Побежала еще одна группа врагов. Сейчас нарвутся на нашу траншею. Но офицеры, они вообще более живучие. Тем более, видите, пушка стреляет не совсем метко. Так. Не дать ему. Сейчас он сдохнет по-любому. Вот эту машину, кстати, нужно угнать. Угнать этому лидеру французского сопротивления. Он, ему же надо там куда-то уехать. Ну, ты сдохнешь, нет? Так, офицер сдох, и вот это здание тоже нужно разрушить. Там тоже сидят... Там немцы сидят. Слышите, какие вопли? Громче, чем взрывы. Фугасов орут. Так. Дальше. Recon, двигаем офицера дальше. Разведчика, вернее. Хоп. Вот эту, вот этот флаг 88 надо уничтожать. Если его не уничтожить, то противник, едва нас обнаружив, сразу его займет и откроет пальбу. Из этой пушки, а это страшно. Стоп. Вот. И сейчас, собственно, флаг должен... Даем команду флагу атаковать вот эту пушку. Нужно уничтожить ее до того, как... Так, все, с пушкой покончено. И теперь можно работать уже по вот этим ребятам. А что она не стреляет по траншее? А, нам нужно поближе подойти. Вот. Так, можно, в принципе, время ускорить. Ваши войска атакованы. Тих-тих-тих-тих. Разведчика убили, черт. Ну ладно, у меня еще разведчики есть, ничего страшного. Right, sir. У меня еще два разведчика. Абсолютно не страшно. Тут это в этой игре как бы никак не наказываются потери. Главное пройти миссию, и все. Ну вот сейчас, в принципе, все, можно, можно вот этот джип захватывать и угонять его французу. Так, отправляем его вот сюда. Я перед этим играл, пригонял ему эту машину и не мог понять, почему ничего не срабатывает. Оказывается, из этой машины надо выйти, и тогда только будет считаться, что ты отдал ему машину. Вот, выходим из машины.
Мы нашли вам машину, Рене. Садитесь и поезжайте. Будем надеяться, вы успеете вовремя. Сплендит. Думаю, встречи с законными владельцами можно не опасаться. Абсолютно. Считайте, что это подарок вермахта. Их вклад в успех нашей операции. Замечательно. Ну, я поехал. Бон шанс, мсье. И вам удачи, Рене. Будьте осторожны. Scout at your disposal, sir. Вот таким вот образом. Так, продолжаем расследовать. Right, sir. Вернее, исследовать территорию. Аккуратненько. Оп, стоп. Опять подгоняем сюда пушку. Кстати, ребят вот этих вот. Наконец-то плацдарм наш. Слава всемогущему Господу и Рене Артуа. Задание выполнено. Кстати, нам дали это подкрепление из 4 человек, но они нам уже не понадобятся, поверьте мне. Занимаем вот эту траншею и подгоняем пушку. Сейчас будем долбить вот по этой вот траншее. Вот они сейчас побежали на нашу пушку, а... Тихо. Пушки уходить. Или что? А, вот. Блять, я второго разведчика потерял. Так, у меня остался один разведчик. А, там, кстати, в подкреплении есть еще один разведчик, ничего страшного. Так, ну, мы избавились. Потеряли разведчика, но избавились еще от группы фрицев в траншеи, а больше, в принципе, противников-то особо и не будет. Вот последний бункер, который нужно раздербанить. On my way. Хоп, стоп. Подтягиваем парней. Вот сюда. Yes, commander. Хотя, в принципе, close даже вот сюда пушку. Target, пушку вот сюда. Да просто пушки даем команду тогда. Просто даем команду долбить вот по этому доту. This, она уже сама себе подберет место. Наилучшее доведение огня. Базука ready, сэр. Тихо. Блять, стоять. What's next, sir? Стоять. У нас, оказывается, вот этот дот-то не уничтожен. Сейчас мы его вынесем. Стоять, блять. Там есть немцы, они могут оттуда выйти, и тогда будут проблемы. Они могут перестрелять экипаж нашей пушки. Нужно прикрывать пушку обязательно. Вот я бойцов на прикрытие поставил. Ваши войска атакованы. Так, ладно. Потеряли еще одного разведчика. Ничего страшного. Тут тоже есть разведчик, по-моему. Снайпер, сапер, пулеметчик. Нет, разведчиков больше нет, ну и не надо. Выполнена основная задача — уничтожить 4 бункера. Осталось уничтожить последний главный дот. 5-й бункер вот этот вот. И все, и миссия пройдена. Тут уже можно не переживать. Все у нас получится. Вот, открыла пальбу наша пушечка. Я ускорил время 8 раз, чтобы быстрее. Вот, очки жизни теряются. Каждый выстрел 100 единиц снимает примерно. Вы победили. Ну вот смотрим. Все основные задачи выполнены. Дополнительная задача — попробовать наладить связь с сопротивлением — выполнена. И выполнена секретная задача — найти машину для бойца французского сопротивления. Все мы сделали. Все хорошо. Спасибо за внимание. Кстати, вот кому интересно, дебрифинг, пожалуйста, читайте. Всем пока.